На путепроводе 139-й километр на улице Земица рабочие трудятся в две смены. Подрядная организация не выбивается из графика. В числе задач, согласно проекту, подъем и выравнивание пролетных строений. Также осуществлена подъемка и выравнивание пролетов. Если мы говорим про нижнюю часть, в настоящий момент наверху выполняются работы по устройству выравнивающих слоев бетона. На мосту устанавливают монолитные и сборные железобетонные ограждения. Также подрядная организация готовится к установке металлических ограждений, которые будут проходить по правому тротуару, чтобы защитить пешеходов от проезжающего транспорта. За работой на путепроводе наблюдают общественники. Мост по Земице давно нуждается в ремонте. Он очень важный социальный объект. И мы, как жители, готовы терпеть неудобства, связанные с ремонтом, чтобы скорее он начал функционировать. Подрядная организация также выполняет работы на трамвайных путях. Параллельно специализированными смесями устраняют трещины и сколы на самом путепроводе. Работы выполняются в срок. Подрядная организация понимает всю важность данного объекта, потому что данный объект связует город и очень много предприятий, которые являются не только оборонными, но и градообразующими. То есть очень много людей работает на данных заводах. Подрядчик трудится в усиленном режиме. Все необходимые материалы были закуплены заранее. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.